Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое, но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Ты нужны? Ну, вообще, да, можешь прислать мне ссылку на себя ВКонтакте в директ, и я тебе добавлю. Охуенно, да. Короче, вот, я сейчас просто сам отсмотрел встречу. Сразу скажу, что мне многие моменты не нравятся. Хотя бы, блядь, те, про которые вслух говорили, что их должны были, блядь, вырезать, это пиздец. Вырежем, вырежем. А, нет. Ребята, да, левитейт. Какой левитес? Левитейт, ребята. У тебя на тачке кенгурятник есть? Нет, потому что кенгурятник был создан для того, чтобы сбивать кенгуру. Вы извините, но этим я не занимаюсь. Привет, зачитай сайфер. Ну, спасибо. Тентасьон, да. Да, Тентасьон. Короче, ребят, займитесь тем, чтобы вырезать моменты из встречи, которые обещали вырезать. Да, например. Это как вам такое? Это новый, типа, хобби. Ну, это пиздец, реально. Типа... Вот если бы Мирон вслух сказал, а нет, он сказал, что он вырезал. Ну, блин, ну не знаю. Блять, ну, типа... это полная хуйня. Полная хуйня, и как бы, о, ебать, Смоки топит за свою команду. Вот это, блядь, удивительно. Как он может себе это позволить? Реально, что за хуйня? Ну, плюс я понимаю его, и, ну, Саня тоже. Вы задавайте какие-то вопросы, потому что я просто пиздец. Следующая сходка ФБ, откуда я знаю? Охереть, Лео Майлз, да, привет. Я классный, спасибо, ты тоже, наверное. Братан, когда трек? Возможно, в скором времени. Я надеюсь, я успею, блядь. Старайся. Да. Мама, я в телевизоре, возможно. То, что ты готовишь, это... Не пали, не пали. Что вырезать должны были быть? Что должны были вырезать? Это я уже фастфлоу просто. Ну, вообще-то вырезать должны были момент, где Смок ему не согласился с Никоновым, но... Там на видео этот... А еще должны были вырезать кучу моментов. Ну, кучу частично. Просто да. Это ну, его подрезали видео, на самом деле. Это как бы не инсайды, все да, из да, видео, да. Типа, если посмотрите, что там все об этом говорится. Гребень чесать, да, спасибо, что он мне это самое... И у него сын просто сиделся. Да, значит, спать пора, Лёнь, нет... Ну, знаете, в Австралии а уже... А ты чего не просто... прочитал? Лучше бы сектор взяли, как бы. Ну, да. Лучше бы сектор взяли, превратили все в детский сад. Ну, сектор объективнее охуеннее меня, типа, что хотите говорить. Ну, вот по перспективам. Конечно, ну, типа, я благодарен тому, что меня взяли, спасибо, но, блядь, камон, я и сектор? Нет. Мне какое-то предложение поступило в эфир гостем Ренинитик. Нет, спасибо. Значит, что у нас? Капюшоне кепки такой охуенный? Ну, не знаю. Я бы тебе дал. Нет, спасибо. Превратили культуру в детский сад. Ну, это такое. Ты опять проебал батл. В смысле, пропустил? А, опять пойду всем расскажу, что Лео меня классно назвал. Хорошо, я называю тебя классный второй раз. Ждешь сиськи? Я жду сиськи, конечно. Что же еще? Плюс за сектора. Ставьте плюсик в чат. Вы зачитываетесь тексты друг другу? Очень редко, но иногда да. А, ну, мы друг другу зачитываем тексты. Лео, ты тот проеб, просто про него забыть, ты без него пизда. Спасибо, но я думаю, что не стоит про него забывать, потому что это обучающая вещь. В том плане, что абсолютно ты от себя гораздо больше берешь, когда проигрываешь. Майлз, биты утром кину, заценишь. Какие вообще любишь? Я люблю, ну, New School, как у Lil Pump'а, но мне нравится New School только с музыкальной точки зрения, потому что, блядь, текстовая, вот это все говно, еще и по флоу. Ну, это расслабляет просто. Да, он 100% пишет в тебя, да. Привет, Ренат. Ты что не берешь в друзья ВК? Ну, камон, то, что я не беру в друзья ВК, это полная хуйня, потому что вы мне можете писать, если у вас есть хотя бы один друг со мной, а это всегда практически работает, потому что многие любые... Да, практически многие батлеры, ну, все почти. Ну, там, PM всегда добавляет. И, типа, это специально, я с надеждой на это не добавляю никого в друзья, потому что, ну, вы так и так можете мне писать, а засирать френд-лист просто людьми, с которыми, типа, я даже ни разу не виделся в жизни, это полная хуйня, по-моему. Ты бы грустил, если бы попал в команду Окси. Мне бы было стыдно местами, я уверен. Записал бы фит с кем-нибудь из менторов. Я уже записал фит. Типа, чувак, ты опаздываешь. Я даже на демовке фидался. Ну да, нахера.
Ну, мне стыдно, когда мое. Можешь промотать мою часть, знаешь, поставить дальше. Не, мне интересно. Поставь сектор шум 100%, пожалуйста. Ой. Когда до 170 разгонишься. Не знаю. Имхо Смоки сильно тебя захуесосил без особых причин. В видосе специально поправил только вот это вот все. Ты выглядит так, как будто он хлюкал на то, чтобы нормально вас херня. Чувак, ты просто не знаешь. Ты просто... Ёбок со скрэмбла сзади, да. Скрэмбл баррел... Джеймс Дин, ты хочешь сказать? Джеймс Дин, привет, Джеймс Дин. Кто шарит? Пошел нахуй, спасибо. Пошел нахуй, спасибо. Слушай, пожалуйста, прости. Пошел нахуй, спасибо, это... Привет, привет. Забатлил бы комплиментарку, у меня не получится. Вот этот человек очень хорошо батлит комплиментарно, у него был один комплиментарный, он просто вывез... А я нет. В Австралии заебись. Сейчас там, по-моему, 10 почти часов утра. Чё с ебалом? Мать живая. Ты надолго тут? Нет. Я никогда надолго нет. Когда ты жил в Австралии? Давно. Покажу сиськи, принимай приглас на стрим. Рентик, Рус, я не хочу. Почему ПМа не было, когда приходили? Мы уехали с ним. Закрыл микрофон. Не знаю, я уже снял. Что на фоне рубит? Сектор шум 100%. Я шумодрочер, если что. Всячески лох, ты лох. Ну вы заебали. За проебы сиськи не шлют. Ну вот, блядь, да, это обидная хуйня. Куда бит, кстати, кидать? Ссылку в директ. Кинь ссылку в директ, да, чувак. Бастард всячески. Бастард, хоть и бастард, но уж раз так. Открой записи в ВК, нет, сорян. Почему летая не задушил подушкой? Потому что мы обратно ехали не вместе. Да, ну ты классно зачитал свою часть. Ну, мог бы получше. Охуенный трек 100%, да, пиздатый. Ты такой секси, вряд ли. Блин, ты еще знаешь, что она написала, типа, с этими... С смайликами, типа, нет, в скобочках могла подписать. Тупо засорят тебе, да? Засорят. Е, 100%. Пошел нахуй, спасибо, да. И спойлеры на второй этап. Ты вытащил, я в шоке. Не факт. Смоки Молох? Нет. Я сейчас выйду, блядь, бить ебало. Ты еще в Питере? Нет. То, что... Весь свет в глазах. Ты должно меня вернуть назад. Во времена. Да, комплиментарный батл. Да, я помню. Кто самый слабый в обеих командах? Я самый слабый в своей команде, 100%. Нашлет сиськи. Нет, погодите, я не буду принимать, сорян, я не хочу, чтобы там, не знаю, что случилось. Наверное, что-то случится, если ты покажешь сиськи прямо в эфире. Поимей их всех, Лео. Вы там ебетесь? Нет, пока. Оправдал ожидания Смоки Мо. Не знаю. Ну, я надеюсь. Школьник, да. В каком городе живешь? В Москве. Слушаешь, Трое, земляк с Австралии? Нет, не слушаю. Когда в МСК? Сейчас. Жду песенки про кенгуру. Стоны, сопли, стоять! Слизи, стоять! Словно титановая. Апрель, май. Во всем виноваты ноздри. Ты должно меня вернуть назад. Смотрел комплиментарный Влада Гриша, да? Смотрел. Почему ты не был в караоке? У меня уже поезд был. Что думаешь насчет Enrage? Крутой чувак, очень, очень крутой. Ты рад, что являешься участником Версуса? Да, безусловно. Да, безусловно. Майлз разъебет, Смоки Мо смотрит. Бам, сука. Охеренно. Типа, ну, вот это менторство, я считаю. Типа, да. Нахуй вас вообще, чуваки. Если вот это происходит, типа... Читаешь сейчас какую-нибудь книгу? Нет, сейчас не читаю. Я типа эфир веду. Планируешь писать треки? Выйдешь себя рэп-исполнителем? Салют, Смоки, да. А, Смоки, наверное, слушает свой трек. Да, ну... Смоки, блин, что знакомый. Да. Это ремикс клипа, короче. Да, ну это типа переиздание, через 10 лет. Значит, с кем из своей команды хотел бы побатлить? Ни с кем. Ребята, очень сильно проседает желание батлить после того, как ты видишься с людьми в реальной жизни. Да, потому что, ну, это очевидно, что все нормальные люди, у всех есть... Особенно ты когда, знаете, есть какие-то непонятки, какие-то вещи, которые... ты хочешь предъявить человеку на батле, и когда ты, короче, видишь его в реальной жизни и прямым текстом ему это говоришь, он тебе объясняет, почему это не так. И ты потом такой, ну вот, оказывается, я не прав. Расскажи какую-нибудь топ-историю, не пытайся ответить на вопрос, пиздец, быстро летят комменты. Нормально, я тоже с Австралии, я работаю там, хороший отель. Пиши хит, будем записывать, изи. Я биток написал уже, как бы, вот. Да, там все. Сколько у тебя времени? У меня 1:51. Смокишь, ты ж спать пошел. Гони дитё спать.
Пап, не надо. Часто накрывает мысли по поводу того, что ты не оправдываешь ожидания людей. Веришь ли в себя? Бывает, бывает, на самом деле. В себя верю, потому что если бы я в себя не верил, я бы здесь не оказался, наверное. Ну, он там, просто да. Бог, ребят. Нет. Это за май бог вообще-то. Ты мир, по шкале от 1 до 10, насколько смог я обиделся на поэта? 1. Это просто топ, ну, типа, он топил за свою команду. Вы что, прикалываетесь, блядь? Вы что, не понимаете это? Смоки, закиньте сайфер в Apple Music. Я озвучил это. Меня уже просили много раз. Смоки, скинь сотку. Майлз будет в рэпе разъебывать. Да! Вот это менторство. Вот просто, что... В контексте, реально. Это охеренно. Просто, идите нахуй. Какого глаза цвета у меня? Они меняются в зависимости от одежды. Но вообще они серо-зеленые. Когда я голый. Типа... Просто он еще зеленый, ребят. Я продюсер, да, Смоки, ты продюсер. Продюсню. Да, тема. Смоки. Общался с Окси. Ну, было дело, да. За май бог, да. Ждем треков тогда. Ждите, как относишься к Окси. Ну. Блин, что-то вот этот чувак, короче, какой? Ну, что-то меня бесит уже, короче. Я не буду банить, господи, каждый в свою точку зрения рассказывает мне похер. Ну, общался, так, что, про что, как относишься к Окси, у него отличные треки, я его слушал и слушаю до сих пор, текстовые составляющие меня прикалывают гораздо больше, чем его музыкальное, музыкальное у него такое, попёрдывающее, что-то такое, грайм-подобное, меня вообще не прёт. Ну, нет, то есть... ну, грайм есть хороший, грайм типа... Нет, есть конечно, грайм. Есть хороший грайм и русский грайм, Салам Редо, Салам Муфаса, да, ребята да, отличные... Но очень, не знаю, музыка, ну не очень. А то, что он устраивает сейчас на Версусе, есть, да, Стаф Уайли. Значит, а то, что он устраивает сейчас на Версусе, очень много претензий. Ну, я ему говорю, в общем-то. Каково это батлить человека, к которому относишься норм? Норм. Ну, знаете, это нормальная типа тема, когда у тебя турнирка, и тебе ставят, ну, всех. И ты просто понимаешь, что, ну... Есть батл, есть реальная жизнь, это разные вещи. Популярный стал, ёпта, вообще, ну, возможно. Это Бекташев. Как насчет встречи фанатов в МСК? Рановато, ребят, вы чё? Я же сказал ещё на видео, типа, рано. Охуенно звучишь на битах, хотелось бы фит с казахом. Скриптонит. Смоки. Скриптонит, блядь. Смоки, давай поженимся, установил Майлз. Смоки, я думаю, убежденный холостяк, я, правда, не спрашивал её про это. Лучшие панчи на тебя, на твой взгляд. Лучший панч про... Зачем Лёне теперь терпеть боль, если есть фломастеры? Отличный панч. Ну, реально. Глаза серо-зелёные, потому что ты зелёный. Ну, ты понял, да? Тигры зелёные, все дела. Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. По шкале от Окси до Замай, как себя оцениваешь? Это типа... Я понял. Хуёво оцениваю. Не давай в эфире панча против себя. Изи, изи. Всё, всё нормально. Привет из Баку. Привет, ребята. Здорово, братишка, привет, это Вали. Из Баку. Смоки ты оставил. Что, блядь, все, вот это бан. Вот начинаешь пиздеть на Смоки. Нахуй. Скрыть. Ты сын Шока и Окси? Нет. Это шокирующий факт, ребят. Блядь, я все равно что, короче, извините, пожалуйста. What's up, man? Нормально, Viber. Есть панч для тебя? Нет, спасибо. Знаете, вот есть вещи, которые вы озвучиваете, мне иногда в личку пишут, типа, забатли вот против этого, скажи вот это. И я потом не буду это использовать, хотя у меня это было в голове. О, отличный трек. Хотя у меня это было в голове, ну, мне уже начинает казаться, что все, я не имею права. Ну да, потому что это читается. Типа. Да, да. Ребят, кто знает этого исполнителя, этот трек, просто вам респект огромный. Да, очень недооцененный русский рэп. Леонид, ответь мне в ВК, заебал. Сейчас отвечу, наверное. Что за шмотку вам ресторатор подогнал? Блять, я не могу ответить, потому что я в эфире. Ты можешь не принимать в виду, забей хуй. Нет, спасибо. Прогрин настоящий хищник. Прогрин дед, респект. Сейчас, здравствуйте, привет. Ну, фильм. Слишком сложно. Ленька, дуй спать. Нормально. Надеюсь, ты реабилитировался после батла с 12-м. Я тоже надеюсь. Несколько любимых книг, нечего читать. 451 по Фаренгейту, Рэя Брэдбери. Собственно говоря, 1984. Еще мне очень нравится. Ну, в общем, да. Вот эти двумя... Я очень люблю антиутопии, они очень меня погружают. И... Можно я посоветую? Вот человек, короче, читающий. Я нет. Я читаю только рэп. Последнего, типа, «Замок из стекла», охерительная книга про трудное детство в топе там всех топов Таймса, короче. И Виктор Пелевин «Снафы», тоже антиутопия, охерительная книга, замятина на звёрт.
Советы подъехали. Так. Кайфово от наплыва некой популярности. Местами да, местами нет. Засранная личка, попытка не быть ЧСВшным уродом, который не отвечает. Да, я... Он мне не отвечает, как бы всем отвечает, мне не отвечает. Я... Пока мы не разрядим все телефоны в этом доме, блин. Да, типа, просто разрядился телефон, я такой, типа, окей. С моего зашел. В смысле? С моего аккаунта. С того случайно, да, начал. Твои подписчики в ахуе. Салам, так. Продолжим, на чем мы остановились. На чем мы остановились, подскажите. На чем мы остановились? Снова Перископ майки.орг. Заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау.